Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом не только». Это у нас продолжение прохождения игры Devil May Cry, пятая часть, вторая серия, первая миссия. Начинаем проходить ее. Вам привет. Монстрики. Получает прием уже, да, отлично получается. Больно не освоился, хотя бы в этом приеме. Получается сразу. Так, ты еще живой, да? Захват тросом. Так, нажмите Shift плюс среднюю клавишу мыши, вот также во время прыжка. Прыжков. Притяните врага, в котором вы прицелились. Тяжелых врагов притянуть невозможно, но захват позволяет сократить дистанцию до них. Так, жмите Z. Вы можете специально отсечь бич дьявола, чтобы спровоцировать взрыв. Используйте этот прием, чтобы избежать опасных ситуаций или полностью уйти от атаки. Так, Z у нас Shift плюс средний клаш мыши, понятно, сейчас попробуем использоваться. Давай, давай, подним, подним, ох ты! Бочку я не хотел взрывать вообще-то. Эй, а где этот? Так, дружище, иди сюда. Давай, да блин, иди сюда. Ты куда? Ты что там отрастил-то? Получаем. Так, а сейчас это... Получаем. Готов. Все, живых нету. Ну да, прикольная штучка такая. Только он что-нибудь ломает, а из-за этого негодует вот там его, видимо, напарница. Которая не знаю, кого мне напоминает вообще. С других игр. Так, прелюдия, что такое? Обучение, сбор бича дьявола. Коснитесь бича дьявола. Пройдитесь по найденному бичу дьявола, чтобы автоматически поднять и использовать его. Вы не сможете подобрать новое оружие, если ваш запас полон. А, понятно, что значит. Да-да-да, все понятно. Мне пока еще три истории доступны. Ух ты! Ни хрена себе махинка. По-моему, у нас что-то вроде такого мини-босса, что ли. О, так, а что у нас такое? Так, а это у нас красные эти сферы, что ли? А, так, один у нас рубинчик какой-то желтенький. Точно не помню, что это все значит. Так. Так, список навыков. Это потом все разберемся. С основными навыками, с этим мы нам, по-моему, нас обучат всему этому. Ну и бардак, ага. Согласен. Что с ними делать, херни? Получаем. Сфера восстановления здоровья, зеленая сфера. Магический зеленый камень кристаллизованной демонической жидкости. Подобрав сферу, можно восстановить часть здоровья. Понятно, аптечка, да? Ясненько. Готова эта херня. Не знаю, как еще назвать эту щупальцу. Получаем. Так, следующее. Сказал заведующий. Рассыпается. Так, еще одна. А, вот что-то красненькое. Смотри, что это еще такая за фигня красненькая? Блин, вторую, последнюю-то. Что-то мимо пробежал в нее. Напившийся крови мусорщик. Красная эмпуза. Да, жуткая тварь такая. Мерзкого вида. Вижу в окно теперь, видимо, она пытается догнать. Так хрен ты допрыгнешь, я здесь. Я пок... Ну ладно, пок... типа, тебе пойдем, гости. Если, конечно... А, привет, ты здесь. Жирущая тварь. Да, ты... Я тебе хотел поднять тебя, а ты... Куда пошла? Да блин, куда? Да, она... Она что-то не поднимается, воздух никак не хочет. Зараза.
Иди-ка сюда, ты. Так, это еще живая. Так, вот это старость, надо осторожно, блин, щупальца-то. Ух ты! Получай. Фух. Так, красивая картинка, конечно, все-таки. Как раньше было, все выглядело-то. На движке там, фреймворк, там, Network, или как назывался он, на котором делался Resident Evil 5, там, 4, 6. Вот такая же красивая картинка была, но здесь еще красивее даже стало. 4 осколков можно бы собрать сферу. Осколок синей сферы. Магический синий осколок жизненной силы. Из 4 осколков можно собрать кристалл, увеличивающий здоровье. Ага, понятно. Нужно собирать их 4 штуки. Значит, что-то немножко мне иногда, не знаю, FPS скачет чуть-чуть. Так, с кем первым разобраться? Куда пошла? А ну-ка стоять! Блин, да, надо не протянуть. Ох, ох, засранцы. Получаем. Какая-то фигня где летающая. А ну-ка. Во. Ушла сюда. А, что-то вроде знакомого такого. И помнится, что такая штуковина, похоже, была притягивающая врагу к себе. В этом, DMC, Devil May Cry, это перезапуск. Я точно помню, что такое была штуковинка. Так по-другому называлась. Ой-ой-ой, тихо-тихо, друзья. Так, мне вот так комприц. А, не получается что-то притянуться к ней. Ох! Извини, Данте. Ой, Нера. Я что-то зря бомба... Это, побочки-то шарахнул. Ну так, эффектнее, быстро можно убить 2 длинных щупалец. Короткий способ с ними справиться. Ну, можешь, конечно, пострадать, но... К этому. Красота требует жертв, а здесь спасение мира требует жертв. Получай. Это что такое за... Какой-то А, мартышкин труд. Чё, бананы какие-то висят? Чё это за такое? Я, конечно, не знаю точно. Так, туда мы явно не запрыгнем. Ладно, пошли дальше. Да уж. Так, а у помощи с этой... Ой-ой-ой-ой. Так, побежали. По-моему, это что-то вроде мини-босс это. Кровавое растение. Корни клепота. Или как там читается. Так, акселератор. Набирайте обороты. Нажмите Е клавишу, чтобы заполнить шкалу акселератора и усилить Алую Королеву. Так, просто нажать, не удерживать, значит. А, понятно, это красмечево Красная Королева. Ну, нажали. Так, нажмите Shift плюс по горизонтали. А, ну, видимо, D клавишу можно. Так, плюс Space. Чтобы уклониться от атаки, двигайтесь из стороны в сторону, бежать и атак по ногам можно также с помощью прыжка. Ага. Блин, так, Shift. Space. Нифига себе. Да уж. Привыкай тогда. А, вот. Только это, конечно... Уа. Научился. Мне это, конечно, надо будет привыкать. Прыгать может, конечно, уж проще уклониться вообще прыжками. Так, что с ними делать-то? Щупальца, мне что было? Что-то надо делать? А, по этой штуке не живись. Тихо. Может, конечно, да, куняться же можно. Это лето надо привыкать. Ох ты. Ох ты. Ага, надо. Ну да. Ох ты. Да, лучше, конечно, прыгать. Потому что уклоняться, конечно... Можешь, конечно, склоняться. Получи, да, попробуй, догони меня. Зараз, я так, тихо. Неудобно, конечно, привыкнуть можно. Так, вот, Кэдди, попробуй слой меня. Ага, ясно.
Так, она... Ух ты! Ой, так, ладно, задели я. Видел, что она... Ух ты, тихо! Так, давай, давай вот это... Удержим и... Вот так вот. Зараза. Так, тихо, тихо. Уходи, прыжка. Так, так. Так, тихо. Тихо, тихо. Ух ты. Так, половину здоровья сняли. Так, а если я потом... Где кнопку-то? Так. А, вот. Что нажать, конечно, не получится. Что-то я нажимаю, но... Так, ясненько. Давай. Попробуй меня поймать. А, хрен сможешь, не получится. Не да, прыжки-то... Ой-ой-ой. Черт. Ух ты. Какой драйвовый... драйвовый уровень. Фигра драйвового. Надо постоянно быть на чеку. Так, давай-ка. Так. А, я же так еще ее как раз зарывал. Это, видимо. Я забыл же, как это мужчина нажимать клавишу, чтобы ее зарывать-то. Ох, черт, черт. Извини, да. Ой, наверное, извини, что-то я вообще потерял время. Что ты? Да знаю, мне сейчас нехило уже потрепали. Ладно. Поэтому мне создать надо занять. Ох ты. Ох ты. Пора с тобой заняться окончательно бесповоротно. Добить ее, эту тварь. Получай. Получай, получай. На тебе. Ну, баран набрали. Ну, конечно, прям уж до С ранга я точно шли. Не получится набрать. Набраться, точнее, до его. До ранга. Рейтинга 2. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. April 30, 1745, 2 months ago. Feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like. What the hell? You a demon? I'm taking this back. What the hell happened?
Это точно, по-моему, было Верге, нет? He's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Ну и конец как раз, да, первой миссии. Очки стили так. А ранг набрали неплохо. Более-менее. Всего очков стили 4387. Бонусные красные сферы 5040. Дополнительный бонус 650. Всего красных сфер 6050. Общее количество у нас. Так, ну что ж, первая миссия пройдена, да. Видимо, все-таки, мне кажется, да, Вергилий, мне кажется, был то, чем мог использовать этот внешний, этот, рука этого Нера, она превратилась в меч, этот, как он назвал, Ямато, этот, клинок, раз Вергилий был, а у Данте, по-моему, был этот, как ему звали это, меч-то, даже не точно уже забыл давно, когда еще было это прохождение, это перезапуск-то, точно был Вергилий, 100%, тоже еще, наверное, он, если уж говорил, там, верну, как там, верну его обратно, то есть как бы он уже до этого у него был, этот меч. Этот, в общем, меч это был как раз у Вергилия, у брата Данте. Значит, все-таки это он. Ладно, в общем, этом заканчиваем эту вторую серию моего прохождения игры Devil May Cry 5. Увидимся в третьей серии. Если видео понравится, то поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, конструктивную критику, без мата и оскорбления только лишь. На этом все. Увидимся в новых видео по этой игре и в новых прохождениях на моем канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.